20 ноября в старинном особняке Лиман в Москве на Патриарших состоится вечеринка. Билеты будут стоить от 15 до 30 тысяч рублей. Так что копите денежки, чтобы сходить на эту вечеринку, которую организовывает внук Пугачевой, сын Кристины Орбакайте. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.